fellow with the first time I look at you, them their eyes. You've got a certain you could but I'm flirting with them their eyes. They make me feel happy, they make me blue. Not stalling, I'm falling, going in a big way with sweet little you. My holly jumping, your shoe style is stomping with them their eyes. You'd bear it for them if you're wise. They sparkle, they bubble, that's gonna get you on a holler in trouble. You are a walking, then danger lurking, and добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, друзья, добрый вечер, любители музыки и джаза. Наша очередная джазовая музилка опять в телеэфире. Я сейчас только подумал о том, что наш город, конечно, он не может сравниться с такими мегаполисами, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, может быть, Берлин, где джаз тоже очень развит. Тем не менее, при казалось бы, скромном количестве джазовых музыкантов, может показать практически все стили, которые джаз перетерпел за период своего развития. А период развития джаза всего лишь 100 лет. И я говорил уже вам о том, что за 100 лет он смог сделать то, что сделала академическая музыка приблизительно за 400 лет. Отсюда может быть некоторая стагнация современного положения джаза. Но тем не менее джаз этот существует во всех ипостасях, во всех видах, жанрах и поджанрах. И его играют. Слава Богу, это происходит у нас в Новосибирске. Так вот, в Новосибирске я послушал и посмотрел, у нас практически представлены коллективы, которые играют джаз всех
видов, всех направлений и всех поджанров. И сегодня я хотел бы вам представить ансамбль Paint Box, коробка с красками, которую организовал педагог, мне так хочется сказать, кафедры гитары Новосибирского музыкального колледжа, хотя, конечно, никакой кафедры нет, но она будет, я не сомневаюсь в этом. Молодежный ансамбль, который играет музыку,